Лагерь английского языка Discover English – это образовательный проект Казанского федерального университета для школьников, в основе которого лежит концепция интерактивного, практикоориентированного и увлекательного обучения. Смена 2022 года стартовала 3 июля и продлится неделю. В рамках лагеря запланирован 21 час академического английского, а также 28 часов познавательной программы, что поможет усвоить грамматику языка и азы синхронного перевода. В программе смены успешно совмещены занятия английским, практика общения с носителями языка, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, а также культурные и спортивные мероприятия. Discover English базируется на основе Казанского федерального университета. Таким образом, основной состав преподавателей и вожатых – это педагоги и выпускники Института международных отношений. Мы создаем программу в первую очередь такую, которая помогла бы ребятам сдать экзамены по ОГЭ, ЕГЭ и также прокачать свой английский. То есть у них интенсивно идут занятия по английскому языку до обеда. Затем мы уже выезжаем в университет, и каждый день мы посещаем то направление, которое могло бы им показаться в будущем интересным. Потому что язык – это прежде всего инструмент. А к какой профессии, к какому делу его приложить, да, к какой области уже ребенок, наш будущий студент, должен понять для себя заранее. Помимо общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в лагере, школьникам также представлена насыщенная культурная программа. Ребята посещают лаборатории Казанского университета, а также знакомятся с процессом обучения в одном из старейших вузов страны. 4 июля лагерь Discover English посетил симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Школьникам провели обзорную экскурсию по доклиническому инновационному комплексу, в которой рассказали об особенностях виртуальной больницы. Следом за этим ребята отправились в Институт физики Казанского федерального университета, где им продемонстрировали основные лаборатории, рассказали об истории учебного заведения и показали интересные эксперименты. Немаловажно то, что повествование и беседа с ребятами шла исключительно на английском языке. Программа очень насыщенная, вообще нет времени отдыхать. Это мне очень нравится, потому что все время что-то происходит, очень интересно, насыщенно. У нас есть уроки по английскому. И там именно академический английский, мы подготавливаемся к ЕГЭ, ОГЭ и изучаем какую-то интересную лексику, какие-то грамматические правила. Также вообще вся программа, все, что происходит на английском языке, что очень интересно, увлекательно, прям как-то уже начинаешь думать по-другому, все, переходит формат английского языка, это интересно. Лагерь английского языка Discover English существует с 2016 года. За период этого времени лагерь помог множеству школьников со всей России подтянуть язык, определиться с будущим выбором направления и просто подарить друзей и наставников на долгие годы. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Тимур Табаров, Универньюз.